На бесплатные спектакли приглашает театр оперы и балета. В программу «Пушкинская карта» вошел весь репертуар «Новата». Этот проект рассчитан на молодых людей от 18 до 22 лет. Оперный театр открыл сезон легендарным балетом «Спартак». В одной из главных партий – звезда мирового балета Иван Васильев. Виола Янгель подробнее. Новый 77-й сезон театра оперы и балета посвящает культурному проекту «Пушкинская карта». В программу вошел весь репертуар театра, а открывает сезон самая ожидаемая премьера. Древний Рим, безжалостный полководец Крас, порабощение людей. В «Новате» показывают знаменитый балет «Спартак» в хореографии Юрия Григоровича. Открывать сезон пригласили звезду мирового балета, заслуженного артиста России Ивана Васильева. Из-за пандемии многие танцовщики были вынуждены уйти на самоизоляцию, но тренировки не прекращали, старались находить положительные стороны. Да, тяжелая ситуация, пандемия. Да, безусловно, закрыли театры. Да, но в нашей стране артистов театры поддерживали, никого не лишали там полностью заработных плат, поэтому у нас в стране все было позитивно, и тем более было время побыть дома на изоляции с семьей, опять же, найти какие-то новые для себя увлечения, занятия и поставить новые цели на будущее, поэтому все делается к лучшему. Каждый раз выдающийся танцовщик проживает роль героя древней истории самозабвенно, с молодым напором и страстью. А его мужественный, технически совершенный танец заставляет зрителей замирать от восторга. В рамках программы «Пушкинская карта» молодые люди от 14 до 22 лет получат возможность бесплатно побывать в театрах, музеях и выставочных залах. Подробности проекта на сайте kultura.rf. Виола Янгаль, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.